Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем беседовать с главным редактором православной газеты «Русь Державная» Андреем Николаевичем Печерским. На этой встрече разговор шел не только о духовном просвещении со страниц православной газеты, но и о той, под чьим покровом она выходит. Андрей Печерский говорит, что люди хорошо знают и почитают икону Божией Матери Державная, но историю ее обретения знают немногие. А случилось это так. Державная икона Божией Матери явила себя русскому православному народу 15 марта 1917 года в селе Коломенском близ Москвы. Крестьянке Евдокии Адриановой был сон. Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, пусть молятся. Зная точно, куда ей нужно идти и какую белую церковь отыскать, раба Божия Евдокия говеет, приобщается святых тайн и пускается в путь. 2 марта 1917 года Адрианова нашла белую церковь, виденную ей во сне. Настоятель храма, к которому она обратилась, не возбранил ей осмотреть все иконы в церкви. Не найдя ничего похожего в храме, отец Николай предложил посмотреть иконы, находившиеся в подвале церкви, по разным причинам сложенные там. Среди тех икон выбрали самую большую, покрытую вековой пылью. Решили омыть эту запыленную икону, и, к удивлению всех, на ней ясно обрисовалось изображение Божией Матери, сидящей на троне. По мере приведения иконы в порядок, обнаружилось, что младенец Христос, сидящий на коленях Божией Матери, простер благословляющую руку. Владычица имела в одной руке скипетр, в другой – державу, а на голове ее была корона. Когда мы в год 90-летия явления иконы в 2007 году совершили крестный ход из села Коломенского, где была обретена икона, на станцию «Дно», связали эти два события воедино, там просто начали чудеса происходить. Откуда ни возьмись, люди привезли 4-метровый крест из тяжеленного, по-моему, из лиственницы. Дети несли этот крест, и со стороны, кто наблюдал, им казалось, что им кто-то помогает, потому что он уже тяжеленный. А они играючи снесли его, радовались. И когда начали этот крест устанавливать, притом без каких-либо согласований с местными властями, с церковными, все как-то гладко пошло, установили крест на месте стоянки царского поезда. Две державные иконы, которые были с нами, они обильно замироточили. С портрета императора из глаз полились слезы. Это видели сотни людей. Это же просто так, ничего же не бывает. Это просто так... Господь просто продемонстрировал сотням людей тогда, в этой псковской глубинке, что чудо Божье есть. И когда мы приехали на следующий день в Коломенское, где служил святейший патриарх Алексей, я увидел, что эта икона лежит на аналое и опять мироточит. Я ее вручил патриарху, он приложился к ней. Это праздник был, настоящий праздник. Икона Богородицы Державная была явлена 15 марта 1917 года, в тот день, когда российский престол остался без царя. Божия Матерь на этой иконе изображена со знаками царской власти, скипетром и державой, словно она сама взяла на себя управление Отечеством и попечение обо всех людях. Тогда, в начале 20 века, чувство, с каким было воспринято обретение державной иконы, прекрасно выразил в своем стихотворении Сергей Бехтеев. «Перед твоей державной иконой стою я трепетом молитвенным объят, и лик твой царственный, увенчанный короной, влечет к себе мой умиленный взгляд. В годину смут и трусости бесславной, измены, лжи, неверия и зла ты нам явила образ твой державный, ты к нам пришла и кротко прорекла. Сама взяла я скипетр и державу, сама я их вручу опять царю. Дам царству русскому величие и славу, всех окормлю, утешу, примирю. Покайся ж, Русь, злосчастная блудница, омой в слезах свой оскверненный стыд. Твоя заступница, небесная царица, тебя и грешную жалеет и хранит».
как сказал один архиерей, она не просто Божья Матерь, она царствующая. И у меня даже есть такая мысль, что вот у нас в начальственных кабинетах висят портреты наших руководителей. Это было во все времена. А я думаю, что если бы хотя бы участие из них висело бы еще и икона державной Божьей Матери, она бы им подсказывала, кто на самом деле руководит страной нашей России. И они, если бы в своих действиях соотносили, что не они решают, а решает Пречистая, как об этом говорил один известный старец, то тогда, может быть, и жизнь пошла бы немножко по-другому у нас в стране. Матерь Божия Державная приняла из рук императора Всероссийского символы монаршей власти. И только она, и никто другой, царствует с тех пор в многострадальной стране нашей и управляет нашим народом. Ведь державную икону, а все эти крестные хода, они несли державную икону во главе. Несли губернаторы областей, несли мэры городов, военачальники, то есть те, кто руководит страной. И я не думаю, что это бесследно прошло. Несомненно, Божья Матерь была с нами, и она остается с нами. А посмотрите, что произошло в ноябре позапрошлого года, когда архимандрит Ефрем привез пояс Пресвятой Богородицы. Разве кто-то ожидал, что 3 миллиона будут стоять по 20 с лишним часов и прикладываться к поясу? Я помню, дежурил там одну ночь. Я видел таких людей, которые, по-видимому, первый раз попали в храм. Молодой человек один шел, у него был такой трепет в глазах. Он говорит: «Скажите, а что я должен сейчас сделать?» Он не знал, что надо подойти, что надо прикоснуться, но он спрашивал с таким чистым сердцем, что я просто слезы на глазах были. Или какой-то, видно, очень пожилой и больной человек подошел, а я был в стихаре, и он меня, видно, перепутал, думал, что я священник. Он говорит: «Отец, положи мне руку на голову». Я не понял, что он хочет этим сказать. Но на всякий случай я ему положил руку на... Ну, пусть там. А он не знает этих слов, там, «Батюшка, благослови». Он не знает. Но он пришел, и потом же уже, вы читали, наверное, в прессе, и писала об этом много и «Комсомольская правда», и другие, пошли многочисленные рождения младенцев у тех людей, у которых не было никогда детей. Были исцеления от этой святыни. А как сказал святейший патриарх Кирилл, люди шли не к святыне, они шли к Богородице. Люди шли к Божьей Матери. О Руси Державной невозможно говорить, не вспомнив императора Николая Александровича, о святости царя-мученика и его семьи. Святые царственные страстотерпцы были канонизированы в народе задолго до своего официального прославления. Комиссия по канонизации свидетельствовала, что во многих храмах Московского патриархата имеются их иконы и совершаются молебны. В 1917 году преподобный Нектарий Оптинский пророчески говорил о мученической смерти царя: «Государь будет великомученик». Преподобный Кукша Одесский еще в 1957 году говорил: «Если где найдете золотую или серебряную монету с изображением императора Николая II, то вставьте в оправу или просверлите вверху дырочку. Вденьте цепочку и носите как святой образок вместе с крестом». Знаменитая Дивеевская блаженная Параскева Ивановна в 1915 году поставила у себя в келье портрет царя с иконами и молилась перед ним с земными поклонами, называя его святым мучеником. Мы не говорим уже о всем известных пророчествах преподобного Серафима Саровского: «Тот царь, который меня прославит, и я его прославлю». Царь-мученик Николай не только помогает нам жить по истине и правде, но и не презирает житейских наших нужд. Один наш офицер, который вернулся из Чечни, и у него в его семье, когда рожала жена, она оказалась при очень тяжелых родах, и во время вот этих родов у нее отнялись ноги. Он ее, естественно, не оставил, и так как они были очень близки друг к другу и очень любили, он как мог о ней заботился. Но когда уже мальчик подрос,
Алексей, ему было 1.5 года, потом ближе к 2 годам, по-моему, эта ситуация была, он стал, подставил стульчик к одной, к изображению царевича Алексея. Но его мама, она практически не вставала, а все время присматривала за ним вот в этот момент, и она вязала. И в тот момент, когда он вдруг поставил 2 стульчика для того, чтобы внезапно вскарабкаться, и почему-то именно к этой иконе, она, вот знаете, сработала материнское чутье. Он, когда залез на этот стульчик, качнулся и вдруг стал падать. И в этот момент она вскочила на обе ноги, бросилась к нему и подхватила своего малыша. Это находилось примерно на удалении около 4 метров. И вот с этой минуты она начала ходить. То есть, понимаете, таких моментов в жизни очень много, когда через какое-то внезапное вдруг человеку приходит благодать, и он начинает идти туда, где то, что является, видимо, настоящим добром, светом и созиданием. Человек все равно придет к этой великой царской семье. Благодатной помощи святых царственных мучеников говорят и многие известные старцы нашего времени. Отец Алексей Досхимы был архимандритом Тихоном. Он рассказывал о себе. «Когда я готовился к постригу в Великую Схиму, я думал, какое имя выбрать. Как-то раз сижу на постели, жду врача, и вдруг вижу себя около главного монастырского храма, а навстречу идет врач в белом халате. Подходит, и я узнаю в нем цесаревича Алексея. «Что ты думаешь?» – вопрошает царственный отрок. «Принимай схиму с моим именем». По словам отца Алексея, ему дано было пережить одно из самых глубоких благодатных переживаний за всю его жизнь. И цесаревич Алексей стал навсегда его духовным врачом, взял его под свою защиту. Об этих чудесных событиях не рассказывают ни по телевидению, ни передают по радио. Народная молва из уст в уста передает эти замечательные истории. А все чаще с экранов телевизоров до нас доносятся совсем другие события. Однажды у меня был в гостях мой дедушка. Он приехал из глубинки России. И у них в деревне никогда не было телевизора. Там, в принципе, ничего вообще не было. Даже порой электричества не было. И он в мае внезапно сел смотреть программу «Время». Я у него спрашиваю: «Дед, а почему ты смотришь программу «Время»? Ты ведь никогда не смотрел телевизор». И он только нервничал и просил меня ему не мешать. Но через неделю он вдруг встает и говорит: «У нас в стране хлеб сеять будут или нет?» То есть все, что показывается по телевидению, говорится о чем угодно, неприличном, непристойном, кровавом, разбойном, кроме того, что то, для чего и чем должна жить наша страна. Это настоящей культурой. Если это весна, то это должно быть какие-то, видимо, уже эти посевные, как это было в наше советское время. И мы любим это время и помним, что бы об этом ни говорилось. И вот здесь я что хочу сказать, что наша культура – это тоже хлеб. Это хлеб очень серьезный и значимый. И когда культуру начинаем рассматривать как хлеб высшего качества и собирать с этого очень большие урожаи, тогда равноценно этому, вот, питаясь вот этим хлебом высшего качества, то есть очень значимой культурой, по-другому начинает насыщаться душа и вести себя как в плане морали, так и чувствовать себя физически более значимо. Но, к сожалению, видимо, на сегодняшний день все поля культуры или заросли сорняком, потому что за ними перестали ухаживать, заросли бурьяном, и поэтому на это мало кто обращает внимание. И вот то, что на них растет, ну, для подавляющего большинства уже практически ни хлебом, ни чем-то питательным не является.
Священник и писатель Андрей Ткачев, характеризуя современное состояние общества, так говорит о наших днях. Есть понятие «умной войны», и мы находимся в гуще военных действий уже не одно десятилетие. Специфика сегодняшнего дня заключается в том, что прежние войны требовали от воюющих сторон напряжения ума параллельно, собственно, военными усилиями, а нынешние войны могут проходить без пушечной канонады и информационных сводок с фронта. Умная война, сопровождаемая товарным переизбытком и культурной экспансией, идет вовсю. Ты чистишь унитаз Доместосом, куришь Мальборо, и предел твоих мечтаний – пятидверная Хонда. Это тоже признаки продолжения войны, хотя и не самые главные. Твои дети слушают MTV и знают текст рэповых песен, но воротят нос от Гоголя. Ты сам ничего серьезного не читал годами, а по телевизору смотришь только юмористические передачи и новости. Это уже намного серьезнее, поскольку говаривал доктор Геббельс, что покоренным народам должно быть разрешено только развлекательное искусство. Это как можно расценивать? Ну, в какой-то степени как болезнь. Но когда человек болен, и он это начинает чувствовать у себя на душе, физически, духовно, то человеку нужен врач, и он врача находит. Человеку нужно лекарство. Лекарства у нас есть в плане медицины и здравоохранения, а еще есть лекарство такое, как причастие. И вот однажды наш покойный патриарх Алексей II произнес однажды, вы знаете, я думаю, даже в какой-то степени великие слова, которые надо брать за основу, когда разговариваешь с молодыми людьми, и подавать их как настоящий пример своего поведения. Он сказал, что когда у человека вдруг обнаруживают, что у него очень серьезно больна кровь, и нужно, необходимо переливание крови и брать где-то кровь здоровую для того, чтобы восстановить его функциональные способности. Эту кровь находят, происходит переливание крови, и человек выздоравливает. Но есть, говорит, и другой способ, как совершить вот это переливание крови, чтобы человек выздоровел. Это причастие. Это тоже переливание крови Христовой в организм человека, только в мистическом духовном плане. Когда ты подходишь после исповеди, и тебе батюшка подает вот эту кровь Христову. И ведь масса случаев мы знаем, когда люди выздоравливали. И почему после причастия, ведь человек, когда выходит из храма, он чувствует очень серьезное облегчение. Это действительно было настоящее переливание крови, крови Христовой, крови благодатной. И он чувствует, процесс выздоровления начал происходить. И он начинает задумываться, что, может быть, не стоит и дальше эту кровь портить. И пусть она дальше выздоравливает, и я чувствовать буду себя все лучше и лучше. Из разговора с осужденной. До меня только после вынесения сурового приговора в тюрьме дошел смысл евангельских слов, которые священник произносит перед причастием. «Со страхом Божиим и верою приступите». Вот именно, со страхом Божиим и верою мы должны приступать не только к причастию, а ко всему, что делаем в своей жизни. К созданию семьи, приготовлению пищи, к работе, к созданию оружия, к управлению государством, ко всему. Не случайно мы произносим такие слова. Родовая кровь, наша кровь или родная кровь, кровинушка. Это то, что говорили нам наши бабушки. У нас порой даже не звучало такое понятие, как однофамилец или мой родственник. А я помню свою бабушку. Она мне нередко говорила, когда я к ней приезжал, еще и был курсантом, она говорила, ну вот, Витенька, приехала моя кровинушка. Это была ее родная кровь, родовая. И мы чувствовали друг друга, даже порой не разговаривая. Мы любили помолчать. Я любил присесть с бабушкой на заваленке вечером. И мы порой молчали, ну, около часа. Старики всегда, в общем-то, в этом плане молчаливые. Но вот это тепло, вот это родство кровное, оно всегда передавалось такой благодатью, что я после даже молчания со своей бабушкой
испытывал самое настоящее чувство облегчения и в какой-то степени исцеления от очень многого даже физически больного. Всем нам известны слова «Молитва матери со дна моря достает». Смысл этих слов, в первую очередь, заключается в том, что имеется в виду море зла, в пучине которого тонет дитя. Дурная компания, нехорошие замашки в поведении – это все море зла. Именно с этого дна старается достать мать своего ребенка. Мы, конечно, при жизни переживаем за своих родных, за своих близких. Как бы ни сложилась наша жизнь. Но я думаю, что вот материнское сердце, оно очень особенное. И душа материнская другая. Она даже несколько отличается, видимо, от сердца мужчины. И мать, даже уйдя из этой жизни, уже перейдя в иную жизнь, она все равно со своего ребенка будет переживать. Вот когда писалась книга «Безотцовщина», там у меня описывается такой момент. Когда мальчишка вышел из тюрьмы, и ему некуда было деться, его приютил один старик, эту ситуацию можно прочитать в главе «Смотрящий крестов». Но дело вот в чем. Он, когда освободился из колонии, то первое, что он сделал, это приехал на могилу. Где захоронена мама, он не знал, но ему просто было некуда деться. И он интуитивно, его сердце привело туда, где находится мать. От него все отказались, потому что он просто сидел в тюрьме. Отказались даже родственники. И вот он, когда ходил по этому кладбищу, уже во многом заросшему, и вдруг невольно остановился в одном месте. И у него, как он мне сам потом рассказывал, ему сегодня уже 25 лет, и у него своя семья. И он говорит, когда у меня уже наступило отчаяние, что я не могу найти, где моя мама, я вдруг услышал ее голос. Совсем рядом была могила, заросшая травой и бурьяном. И вот этот голос матери оттуда и прозвучал. Вот именно тот голос моего детства. Она говорит, я рядом, сынок. И вот здесь, говорит, я почувствовал, что я не один. Он очень долго ухаживал за этой могилкой. Там он мне показал фотографию потом. Он сделал просто прекрасную могилку из этого места. Там растут хорошие цветы. Сделал сам оградку своими руками. Понимаете, вот если материнская любовь существует, и есть такое взаимопонимание, когда родительская любовь не слепа, а истинная, тогда все равно человек будет приходить туда, где находится его кровь, родная кровь, и они будут чувствовать себя всегда, передавая это по наследству. Один из учителей церкви говорил, слово «Бог» гораздо менее значительно для нас, чем слово «Отец». Слово «Бог» подчеркивает различие между Ним и нами. Слово «Отец» показывает родство. Мы – дети Ему, свои, родные, всегда и неизменно любимые. И как радостно ответить нам на эту любовь. Вот недавно был разговор с владыкой Екатеринбургским Кириллом. И он на проповеди ведь сказал вот эти слова, что что бы с нами ни случилось, и как бы ни была построена наша жизнь, надо всегда понимать, что мы не сироты, мы не приживалки, а мы дети Божьи. У нас есть всегда Отец. И что бы у нас в жизни ни произошло, у нас всегда есть кому идти. Всегда есть Отец и есть Мать. Матерь Божья и есть Господь. И мы не одиноки нигде и никогда. Поэтому я просто в заключение хочу сказать, что одиноки мы не будем. Рядом всегда есть родные и близкие, всегда есть родная кровь. И я всем желаю добра и покоя, чтобы дома было процветание, была любовь. И дети любили свой дом, уют и тепло. И всегда слово «мама» и «папа» произносились от сердца и от души, и оно передавалось по наследству из рода в род.
В жизни каждого человека рано или поздно наступает свой час Х, час ответа перед Богом за земные деяния. Учитель ответит за учеников, военный – за подразделение, хлебопек – за хлеб, режиссер – за фильм, писатель – за книгу, министр – за отрасль, президент – за страну. Но прежде всего каждому из нас предстоит ответить за воспитание своих детей, за свою семью. Всего вам самого доброго и до новых встреч на следующей неделе. До свидания.